Генеральный спонсор программы «Место происшествия» – интернет-магазин автозапчастей «Евразия Авто Плюс». Интернет-магазин автозапчастей «Евразия Авто Плюс». Простой поиск, оптовые цены, наличие в магазинах. ЕА43.ру. Просто заказать, легко купить. Скончалась от полученных травм женщина-пешеход, которую на улице Воровского сбил водитель «Фиата». Мужчина не убедился в безопасности маневра. Подробности в рубрике «Обзор аварий». Слово моему коллеге Сергею Пичугину. По данным ГИБДД, авария произошла в субботу в 11 часов напротив дома 106 по улице Воровского. Известно, что 29-летний водитель «Фиат Дуката» был трезвым. При движении задним ходом по дворовой территории водитель автомобиля «Фиат Дуката» совершил наезд на пожилую женщину, причинив ей травмы, от которых она спустя несколько часов скончалась в больнице. В настоящее время ее личность устанавливается. Сейчас по факту смертельного ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напротив дома 86 по улице Воровского 19-летний водитель «Жигулей» 7-й модели неправильно выбрал скорость и врезался в остановившийся ВАЗ-14 модели. В итоге девушка-пассажир второго авто получила травмы, и ее не госпитализировали. На улице Пристанской 44-летняя автоледина Kia Rio пыталась развернуться на дороге, но не пропустила 12-ю. Обе машины столкнулись, получили повреждения. Травмы получила вероятная виновница ДТП. Ей оказали помощь на месте. На перекрестке по улице Дзержинского 64-летний водитель Nissan Atiida хотел повернуть налево, но не пропустил встречного таксиста на «Шевроле». Nissan перевернулся, пассажир автомобиля такси получил травмы, его увезли в больницу. В Юрьянском районе на 395-м километре трассы Вятка 23-летний водитель Mitsubishi Lancer врезался в попутный Volkswagen Golf. Пострадал водитель второго автомобиля, его не госпитализировали. Сергей Пичугин, место происшествия.